И сегодня мы решили сделать исключение и повторить пару-тройку памятных моментов из прошлых программ. В частности, номер, где мы с Колей Басковым исполнили «Соловья». Давайте посмотрим на это хулиганство, а потом вернемся к моей новой программе. Я думаю, надо... Коль. Да. Надо что-то... Что-то такое душевное спеть. Ну, русское что-то такое вот. После итальянской надо что-то... Мы сейчас Ливона попросим, Ливон. Русская. Да это же не моя тесситура. Какая есть. Будешь петь мне «Мессо Монсеррат».